Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте мне сходу сразу поздравить вас всех с праздником. Я бы сказал, ну и скажу, конечно, с Днем защитников Отечества, но знаю наверняка и сам таким являюсь, что для большинства находящихся в этом зале это День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Уж извольте мне и с этим праздником поздравить. Я буду много желать, наверное, в течение концерта, но изначально хочу пожелать всего лишь две вещи. Это мирного неба и здоровья крепкого, потому что от нас это не зависит, в какой-то мере зависит. Остальное, в общем-то, можно организовать по мере возможностей и сил. А начать хочу я с песни. У меня все время как-то так получается, нету такого конкретного полетного листа. Но друзья, мои однокашники, они сказали, мы не сможем прийти на концерт, но мы будем внимательно смотреть, не дай бог, не споешь эту песню. Песня очень старая, я к ней спокойно отношусь, написана в училище более 30 лет назад. Но она посвящена всем военным, всем-всем. Поэтому вот в связи с праздником. Опять стучат колеса, считай километры, меня по жизни носят. Дорог разбитых ветры на автомат стали, надеюсь, как на Бога, и вновь носит вдаль моя судьба дорога. Приют мой в тех местах, где бросил я фуражку, где сохнет на гвоздях промокшая рубашка. Мой цвет один защитный, мой спутник автомат, лишь он надежный щит мой. Да несколько гранат. Мне надоело по миру носиться, мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устала улыбнуться, и прошептала я тихо: мама, мама, я вернулся. Мне надоела фляга с водой или с коньяком, подай-ка лучше, мама, мне кружку с молоком. Здесь не войска, здесь дом, и я с улицы котенок. Мне воевать потом, а здесь я как ребенок. Вы можете спокойно гулять хоть до рассвета, быть может, где-то войны, но это только где-то. Хранят вас наши руки, нас не судите строго, ведь с нам одни разлуки и вечная дорога. Мне надоело по миру носиться, мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептала тихо: мама, мама, я вернулся. Опять стучат колеса, считая километры, меня по жизни носит. Дорог
разбитых ветры, на автоматах сталь, надеюсь, как на Бога, и вновь уносит вдаль моя судьба дорога. Моя судьба дорога. Моя судьба дорога. Сегодня еду по Москве, сегодня радио как-то слушаешь. И там, естественно, сегодня очень много программ про армию, много интервью, размышлений. Но так мне просто на сердце легло один из аналитиков. Там разговор был про воспитание патриотизма там, и так далее. Просто фраза мне, вот она прозвучала, дословно, наверное, не получится, но было сказано. Один пролет русских витязей на Максе дает воспитание патриотизма больше, чем 100 выступлений на различных собраниях. Раз, два, три. Нас сравнивают с птицами пустое. Нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном постое, а птиц мы любим только не по курсу. Мы выпали из лётных наставлений и, может, улыбнёмся, их листая. В театре пилотажных представлений мы вместе, словно маленькая стая, и верим, что вернёмся, улетая. Вращаем небо мы, в строю застыв, нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь поток, а срыв. Нам не сорваться, главное, летая, мы гвардия летающая стая. Каскад фигур и перегрузки душат, и, в общем, тяжело, но не смертельно. Зато приятный женский голос в уши настойчиво твердит, что все предельно. Пусть даже сму, но мы ждем с небом встречи, ведь в небе все по-честному не врут. Здесь крылья, как друзей, надежные плечи, а в двух руках две ручки, рус и руд, и двигатель и голос не сорву. Вращаем небо мы, в строю застыв, нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь пока срыв. Нам не сорваться, главное, летая, мы гвардия летающая стая. Нас в разных странах ждут аэродромы, на полную везде работать будет. А после, как всегда, вернемся к дому, а тех, кто не вернулся, не забудем. Гвардейский полк, навеки наша память, Иван Никитич, я жду, он с нами вечно. Дай Бог успеть нам в небе след оставить, ведь летный век до пули скрытичен. И в отпуск мы крикнем вам до встречи. Спасибо. Не буду уходить от традиций. Третья песня. Ну вот и все.
на новом месте службы. До скорого полетов с главным будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился уже к нашим, но суров. Здесь главное исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Палыч Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю. Летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уши не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родным, нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим, а в ад, а мы сами-то не резон. Забор казарма, КПП на входе. У нас отдельный лётный гарнизон. Для лётчиков отдельный гарнизон. И главная, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожно. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризом для нас здесь уши не таит. Мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком чертом у фото со мною стоит. Вне возраста все летчики в полете, равны все и Лёха, и Главком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете, и Удочкин с одесским юморком. А Вася Сталин, ну, удобно, с рыбником. Шумит нам про исправность в седьмой части. При папе музыку подрастрел. Наверное, грузин здесь прав по части. На днях вон целый город опять сгорел. И новый экипаж нам прилетел. Теперь сам я здесь таких встречаю. На входе гарнизонном КПП я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно. Теперь уже можно летать.
без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не дает. Но как же мне хочется выпить стакан на тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Ах, как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Там уже можно, теперь уже можно. Бывает плохая погода. Ветра с утра во всю поля гуляют, устроили какой-то шумный пир, и тучи землю клочьями цепляют, как будто бы замерз, молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, чем этот ливень молнии и гром. Синоптики нас снова обманули, продули СМРФИ аэродром. Осядли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. И жены радость тщательно скрывают, дождя увидев слезы на стекле. Пускай гремит и молнии сверкают, спокойнее, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, его расчертят молнии злом. Грустят аэродромные собаки, укрывшись от ненастья под крылом. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И время, как компьютер, вдруг зависло. На высотке бутыч под шатром ударит шар бильярдный, словно выстрел. И где-то канонады фронта гром напомнит нам о том, как мы летаем в свинцовых небесах, дождях войны. Погода нас тревожила, едва ли летая, только ждали тишины. Осядли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем, погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. Спасибо. Буквально неделю назад была очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Но
те, кто с этим связан, и даже не связаны, кто понимает важность того, что там происходило, они это понимают. Те, кто не понимают. Песня была написана как бы в эту тему. С приказами гонец, и моей войне конец. Я живой и не остался я в долгу. Надоели мне юга, здесь прострелена нога. Я смотреть на эти горы не могу. Я, наверное, устал, я свое отвоевал. До Москвы попутный бор меня возьмет. Поеду на вокзал, я с войной завязал. Я на север еду, вряд ли кто поймет. Через каждую версту я все фляжечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел. Да поезд шел на Воркуту. А в блокноте адресок и пульсирует висок. Я не знаю, как же мне туда войти. Увидать чужую мать и про сына рассказать. Как на ПВ не сошлись у нас в пути. И так уже свинком приходил сам военком. И заученную скорбь намолвил речь. Мол, сынок, у вас герой и за родину горой. Но простите, не смогли его сберечь. Блин. Через каждую версту я всю пляжечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел. Да поезд шел на Воркуту. С ним ругались целый год, он был парень еще тот. Я чуть что и под арест его, гудбай. Он не брал под козырек и патроны не берег. Непутевый был и в общем раздолбай. Он колючий был как ёж, чуть что хватал штык-нож. И без повода порой всех матан крыл. Он был просто в рядовых, много родных боевых. Он от пули той меня с собой закрыл. Мир на рек сошел с ума, на душе стоит зима. Я усталый, и меня пора, наверное, в музей. Я смертельно одинок, а медаль и орденок не заменят мне погибших там друзей. Сердце больно бьет всегда, я себя сожму в кулак. Я ведь стрелянный по жизни воробей. Хоть Россия велика и дорога далека, от себя не убежать, не хоть убей. Через каждую версту я всю фляжечку карту. Паровоз кричал, ту-ту, поезд шел. Да поезд шел на Воркуту. Вчера вернулся из Нижнего Новгорода, ездил навещал родителей, и вот это все время такая традиция, когда я приезжаю, знаю, мама накроет большой-большой стол, там начинается такой переменный террор, как я его называю, и батя нальет рюмочку, знаю, какую песню сразу спою, самую первую. Дай Бог, конечно, им здоровья, дай Бог всем вам, у кого родители живы, им здоровья на долгие годы. У меня отец уже давно-давно в отставке, на 9-м десятке полковник. Очень, очень хочется, чтобы все они пожили. Батя, здравствуй. Не верится ей Богу, но вернулся я назад в родимый дом. Батя, здравствуй. Устал я за дорогу и не спрашивай пока что ни о чем. Батя, здравствуй. Был долгим год, как на войне 3-1, но снова мы вдвоем.
Батя, здравствуй. Весь год сказать хотелось мне обнять тебя. Фразы все потом. За старым сядем мы столом покрепче, что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела, да жив пока, и не болят еще бока, иду как прежде прямо на пролом. А жизнь стремительно бежит, и как цыганка ворожит. Но минусь, пожалуй, я потом. Проблемы есть, когда их нет. Не стал пока не милым свет, хотя порой трясет, но лишь слегка. Но свой я вытянул билет, и с ним по жизни столько лет. По жизни еду, бог с ним, а пока. Заставим сядем мы столом покрепче, что-нибудь нальем, и хватит от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй. Года свое клешней берут, и ты еще чуть-чуть, но постарел. Батя, здравствуй. И пусть календари не врут, твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я наяву, а не во сне, увидеть поскорее тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне, я год спустя, но все же прилетел. Заставим сядем мы столом покрепче, что-нибудь нальем, а батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Романтик кончился во мне, во юге даже и во сне покрылись пылью детские мечты. Ты сам когда-то спину гнул и лямку 30 лет тянул, а я теперь вот так же, как и ты. Стараюсь правду говорить, не унывать и честно жить, как с мамой научили вы меня. И звезд не хапаю с небес, и в грязь пока еще не влез. Живу, как все, деньгами не звеня. За старым сядем мы столом покрепче, что-нибудь нальем, ах, батя, от тебя так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, батя. Как не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, батя. Ты молодцом, и так держать. Вот только, батя, маму береги. Счастливо, батя. Не сильно верю я судьбе, но верю, я вернусь в родимый дом. Счастливо, батя. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом. Спасибо. Чтобы не доводить дело до фраз из зала, я знаю, кто там сидит, некоторые лица очень близкие и знакомые есть. Я никогда не забуду, как здесь однажды после ряда песен раздался встревоженный голос из того угла. Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Ласточки летают над землей. И искать, значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора, и я живой. На три умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом.
птичку, про которую пою, ласточку гнездую мою. Подтвердят нам трассер расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он, как в фильме «Терминатор», все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем и нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под нимбом у нее душу винтокрылую свою. Вместе с нами ты не погубила, обозвал же кто за крокодилом. Что выручает нас в бою, ласточку пенистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень не из робких, обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш сочет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен, горный край меня уже достал. К черту живописные места, все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурь кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пенистую мою. Та-та-па-па. Сто разгневанных богов всю на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость, мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пенистую мою. Спасибо. Сравнительно недавно видел, как работают эти машины. Проверенные машины, думаю, поэтому именно они там работают, а не что-то новое. Потому что, как говорил один мой знакомый вертолетчик, говорит, это летающая винтовка Ми-24. И в любых условиях. Там условия весьма такие суровые. Там это, я вот следующую песню спою, ее премьера состоялась несколько недель назад на авиабазе Хмеймим в Сирии. На родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты, экстра-класс. Удобство снаружи, мы в балла и хуже. Как
кругом арктический курорт. Здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали. Мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью помпы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, вот только жаль, мне не поспишь. А хочется очень, особенно ночью, который вечер не до сна, и не уйдешь на бюллетень. По распорядку здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе, назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу сдадут цифры 200, духи все в окрест. Прицельный марки, тонкий крестик, миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты калачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто: very good, летать по многу им нельзя. У них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. Два раза нам не убирать, но не привыкнуть хоть убей. Нам жить под половину и к выстрелам в спину. Минует нас по воле форта смерть и холодок, когда спустя полетной карты выцвевший листок напомнит нам довольно ярко ближний, но далекий столь восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди, по самому прямому назначению. По самому прямому назначению. По самому прямому назначению. Мне, кстати, очень приятно, что здесь в зале присутствуют, ну, я время от времени представляю своих друзей или просто замечательных людей. Просто касаемо Сирии, ну, не могу не сказать, что здесь сидит мой руководитель программы Сергей Кузнецов, который там 2 недели проработал, и это было непросто. И замечательный человек. Вы уже, извините меня, Андрей Аркадьевич, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации, генерал Казакевич Андрей Аркадьевич. Ну, только отсюда же.
спорят, и были считая километры. Но кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах. Ручку на себя, здравствуй, небо. В небе опираюсь я на воздух. Каждый день по жизни, как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет виражи и прочие фигуры. И в приборе шарик мой гуляет, стонут лонжероны и нервюры. На петле мне ветер подпевает, небеса с землей перевернутся. Возмущенный воздух пусть болтает, главное мне в горизонт вернуться. Каждый день по жизни как на фронте, впрочем я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть туман повиснет на полгода, слякоть или дождь, я не тоскую. И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, я рискую. Я потом на свете все до краю, за мгновение те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю, и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю, и летаю в трех координатах. Та-да-дам. Па-па-пам, та-дам. Та-та-дам, та-та-дам. Па-па-пам. Каждый день по жизни как на фронте, впрочем, я совсем не унываю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Песенкой по небу я летаю. Такая песня про очень большой самолет, очень большой из истребительной авиации. Перелетных смены на сегодня в плане, и на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в пятом океане, со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов, нас граждане за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором, отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней публичной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту как проспект. Там на земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком. Челядь наносится на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранство наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. По облакам корабль, как по волнам,
хоть 40 тонн, а словно налегке. Если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать, он пьет наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранство, на что на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Как в гавань корабли идем снижаясь, отряд вернулся, самолеты в ряд. И мы, если и пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чехлят. Усталые, но радостные лица, и громче нет звенящей тишины. Дай Бог нам уходить в полет по плановой таблице, когда по плану, значит, без войны. Кругом волшебных облаков убранства, на что на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны. Спасибо. Ехал когда сюда несколько дней назад, давал концерт в Звенигороде, и там вроде как структура Министерства внутренних дел везде авиацию любят, и там приглашали русских витязей как гостей, ну, в честь 23 февраля. Ну вот просто разговаривали с мужиками, ну вот не удалось слетать в Бахрейн, все-таки вот иной раз вопросы политики не настолько влияют на, казалось бы, такие вещи. Помню, когда в 2014 году Кубинка должна была лететь в Швейцарию, и Швейцария вот независимая страна, когда все там, вот санкции, они туда не полетят, швейцарцы говорили, все нормально, они у нас будут работать. Но оказалось, не все нормально. Также сейчас вот все-таки вот эти всякие события, когда Саудовская Аравия с Ираном, в какой-то такой конфронтации политической, и из-за этого русским витязям не удалось полететь в Бахрейн, потому что Бахрейн за Саудовскую Аравию, лететь через Иран, в общем, ну, вот такие нюансы. А песня написана уже 5 лет как, когда они впервые за долгие годы полетели именно в Бахрейн, ДИАЗ-2011, очень серьезное авиашоу, серьезное, потому что к авиации в той стране очень отношение такое просто потрясающее, там, где король, бывший летчик-испытатель, наверное, это все накладывает вот на этот, на эту страну такое отношение к военно-воздушным силам. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну. Как по линейке в небесах мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе, в небесах. Мы
Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным телом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. На земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан. Не спорят там по мусульман. Мы им открутим пилотаж. Сорвем восторг, аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька же дуб по крышке чхала. На помощь нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. За пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Следующая песня, вот, я всегда говорю, авиационный мир тесен. Вот мы с Сергеем летаем очень много в командировке, и вот он не даст соврать, на аэродроме зайдешь куда-нибудь на высотку, плановую таблицу смотришь, и неважно, это будет там центральная угловая какая-нибудь, Камчатка, Елизово, или Калининград, там Черняховск. Ты смотришь фамилии, так раз, бах, знакомый, потом через год видишь там где-то. Это всегда встречается.
я к чему? Вот я когда в Сирию тоже летел, в экипаже смотрю, лицо знакомое командира борта, а борт, ну, там, Ту-154. Что-то вот не вяжется, вроде я его видел на Ан-72. И действительно, 5 лет назад мы с ним летали, и вот следующая песня, она как раз вот тогда родилась. Маршруты пишем небе над землей, посадки словно знаки препинаний, устали от внеплановых заданий, здоровый сон над несбыточной мечтой. И кто бы нам скомандовал отбой? Домой не успеваем, позвоню жене, скажу, что снова улетаем на север, когда назад не знаем, а сам на юг с ребятами махну. У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт, и если мы отправимся в весну, нас не курорты ждет, а аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз, коллеги за бугром так не умеют, мальчишки все притихнут, побелеют. Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, как на бис. Их увезут, а приведут других. В обратный путь мы снова санитаем. Мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы этот путь не стал для них дорогой намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут, для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба и не спасут, хоть брока, чартер, чартер на войну. Луна таблеткой в блистере висит, идем ночной глиссадой к дому вместе, и привод до огней, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на карбезе, спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь. Следующая песня, премьера ее была на прошлом концерте, хотя стыдно мне, как она тогда получилась, потому что она вообще была с листочка. Сейчас я уже немножко ее разучил. Про замечательную машину, самый большой в мире вертолет. Ми-26, уникальная машина, как, наверное, и все машины советских, российских авиационных конструкторов. Но эта машина с большой историей. К сожалению, или как-то вот так сложилось, что иногда в войсках она имеет такое вот обидное прозвище «корова», ну, может быть, за большие размеры. Честно говоря, когда приходилось на ней летать, ну, на показах, такая птичка очень резвая, сумасшедшие крены, эволюции может в воздухе делать, но не это главное достоинство. У машины потрясающая история. Именно эти вертолеты тушили реактор на Чернобыльской АЭС. Именно они по просьбе многих стран работают на тушение пожаров. Это было и в Греции, и в Камбодже, и во множестве стран, в той же Турции. Ну, такой штрих когда-то, несколько относительно лет назад, в Афганистане, когда американцы, значит, у них был подбит Чинук CH-47 вертолетик такой,
вытащила его именно наша машина, это был Ми-26. Ну вот, этой машине посвящение. Помню тот солдатик на погрузке, обозвал коровой, вот пижон. Все шутил, внутри, мол, как в кутузке, что я даже не вооружен. Но не до него, когда нон-стопом кружат мои 8 лопастей, а под ними сердце, где галопом скачет 20 000 лошадей. Это мчатся по небу галопом 20 000 лётных лошадей. Я ношу в себе живую силу, как в час пик автобус я набит. Где меня уж только не носило, блистер помутнел и бок болит. Но когда без дела я кукую, грустно свесив 8 лопастей, весь табун скучает и тоскует 20 000 лётных лошадей. Рвутся в небо на земле, тоскуя 20 000 лётных лошадей. Страны меня пахал, как трактор, и в режимах чрезвычайных жил. Засыпал взбесившийся реактор и пожары сотнями тушил. Штатовский чек-лук в горах однажды ввысь подняли 8 лопастей, если что, поднимут Боинг даже 20 000 лётных лошадей. Если надо, и не то, покажут 20 000 лётных лошадей. В небе с экипажем дни и ночи, на работе некогда грустить. В левой чашке пилотяга-лётчик, мы с ним вместе, нас не разделит. И окружность в небесах сияет, что рисует 8 лопастей, как в упряжке мой пилот сжимает 20 000 лётных лошадей. Нежно держит ручки, погоняет 20 000 лётных лошадей. Этого бойца я встретил снова. Я его запомнил, как летел. Тот, что про меня сказал, корова, вот пацан, повоевать хотел. Пуля дура догнала, скосила, слава богу, жив, меня узнал. А когда ко мне на борт вносили, божью коровкой ж обозвал. Прошептал спасибо на носилках и коровкой божью назвал. Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают конфетки. Спасибо. С этой машиной как-то такая смешная история, это вот расскажу. У нас в Минске есть такой аэродром Боровая, Бесау, в Белоруссии. Там прекрасный музей авиационный. Он постоянно пополняется. И сравнительно недавно, наверное, вот один из крайних экспонатов, это Ми-26. У нас в белорусских ВВС они не используются, это МЧС. Вот. И там директор музея, полковник такой, он уже в запасе, инженер, такой потрясающий мужик, который всем этим болеет, всей этой экспозицией, он может часами рассказывать про каждый экспонат. И у него очень такое своеобразное чувство юмора. И когда приезжают иностранцы, а их там очень много, он, когда подводит их к этому Ми-26,
говорит, именно вот этот борт участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ну, это действительно так. Он не реактор, потому что он там был задействован. Говорит, их сразу сдувает, как ветром. Просто они улетают от этого вертолета. И вот недавно, говорит, было очень такое интересное, потрясающее исключение. Пришел один немец с семьей. Да я к чему вот. Все-таки как русские люди влияют на Запад. Жена наша русская. Вот, она уехала туда, видно, как-то вот его воспитывала. Ну и, говорит, я рассказываю, там, подходим постепенно к этому Ми-26, естественно, он уже так наготове, сейчас рассказать. Рассказывает, вот это самый большой вертолет в мире, там, та-та-та, как мне не бывает. 20 тонн внешней и внутренней подвески, там, 22 500 лошадиных сил, взлетная мощность. Кстати, вот этот именно этот борт на Чернобыльской аварии участвовал в ликвидации последствий. Немец прищурился, улыбнулся и сказал, это вот после этого он таким большим стал. Следующая песня. Я когда планировал как-то концерт все-таки, я тут буду еще вот туда в камеру приветы передавать обязательно, поздравления. Сразу вот поздравляю действительно тех, кто сейчас слушает концерт в онлайне, семью свою в первую очередь, друзей своих и просто незнакомых людей, действительно, с Днем Защитника Отечества, с Днем Советской Армии Военно-Морского Флота. И вот к следующей песне я планировал привет передать аж в Бангладеш, потому что там работали мои друзья, летчики-испытатели Иркутского авиационного завода, передавали самолеты. И вот для меня таким было потрясающим сюрпризом, когда через Иркутск, то есть он прилетел в Москву, улетел в Иркутск к себе на завод, вернулся сегодня, вот буквально сегодня, прямо с аэропорта сюда, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Сергей Владимирович Михайлюк. Сережа, спасибо огромное, что ты прилетел. Это потрясающий сюрприз. И песня, которая, кстати, премьера состоялась у него на дне рождения, на юбилее в прошлом году. В небесную обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родни. Мы словно воспитатели, они как будто школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз, играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, пол царства за небом мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может. Да это быватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что много весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объяснить бы таким, что мне измерить кошелек. Когда останется родным на память шлема и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и солнце, и туча, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может.
края наставлений ходим, вот еще б тот край найти. Чтоб не было сомнений, возле ты мог сказать, лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить. И в лебедя утенка смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильнее, умней. Строптивые, рисковые, не думают для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и солнце, и туча, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горе предложат, пол царства за небом и точно откажет. Летай на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, пол царства за небом мы точно скажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. У нас скоро-скоро уже будет антракт. Ну, я просто хочу сказать, на всякий случай, немножко порекламировать. Там продаются диски такого слегка известного автора-исполнителя Николая Анисимова. Я думаю, что уже, наверное, у всех есть, но тем не менее, мало ли, кого-то это заинтересует. Но есть сегодня очень там такая ценная, я считаю, вещь. Там продается календарь с фотографиями Игоря и Богдана Руденко. Вот Игорь сегодня здесь присутствует, мой замечательный друг, фотограф Министерства обороны, я считаю, один из самых серьезных фотографов, занимающихся воздушной фотографией, авиационной. Это его работы, календарь военно-воздушных сил на этот год, хотя бы начался. Я скажу, что чем ценна эта штука, кроме красивых фотографий, там все праздники авиаторов в течение года. То есть иногда так вечером один раз сидишь и думаешь, что ж так, на стол посматривая и не зная, что делать, а так раз календарь глянул, увидел, оказывается, сегодня день штурмовской службы, к примеру. Или дальняя авиация. Вот поэтому это там все будет продаваться. Кого заинтересует, можно посмотреть, можно увидеть. Годы птицы полетают. По земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Не дожиропать бы живу столько лет на всех режимах. Небе мы живем, но и семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось. И не превратила нас в утиль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили, за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер. Но вертолет только чаще в этой сказке, как устала я собраска
из последних сил оно всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возит даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручен везде. Над полями и лесами, ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе отыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Когда в Сирию собирался, что-то у меня все вокруг Сирии сегодня крутится. Но впечатление было. Очень удивило, ну, может, это и не удивительно, но тем не менее, очень много из Белоруссии летчиков и ветеранов передавали привет, говорит, ну, ты мужикам там обязательно передаваешь, чтобы они хмурили. Чтобы все нормально, мы за них болеем. Еще более удивило, когда с такими же приветами и пожеланиями звонили с Украины. Это было просто для меня. И вот про эту песню, которую сейчас говорили, вот это ж ты про них, вот это вот прямо, вот мне надо немножко слова поменять там вначале, ничего менять не буду, но песня действительно там, я с мужиками разговаривал, популярна, потому что Су-24 там, наверное, основную нагрузку, по крайней мере, первых месяцев вынес на себя, когда увидел в здании тысяч самолет с 24 звездочками на борту, то есть 240 боевых вылетов за 3 месяца с лишним. Ну, меня как бы так меня это впечатлило. Хотя мужики сказали, ну да, это нормально, но это не самый крутой результат. Вот. Обратились тучи бегства, под завязкой заправлен и подвешены все средства. И для птиц сирена поет, опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Ничи, видимо, до ночи, день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Поверх больших длится, не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод, я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что по мне. Времяче на всех часах, только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить, наши судьбы на весах, где там небеса? Нам дорогим адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключим!
выключаем тех, кто снизу. Но после огнем и громом огрызается поверхность. Контингент и дальний промах повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах, мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах, где-то в небесах. Живы оба не убиты, хоть по мне глупили точно. И орёт им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевисит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах.